Пико. Очень-очень круто. Но опять же, надеюсь, что не будет как вчера. У нас было на пике. То есть каточки по 20 минут. В 15 минуте там преимущество около 18. Не, около сколько там было? Около 12 тысяч по голде. Это, конечно, просто жесть. Ну что же, Торнор 1 команда SBVN. На Люкане у нас играет МЗЛ. На Энигме Мелоди Лаверс. На Вайпере Пьяужир. Так, тайский иероглиф играет у нас на Crystal Maiden. Ну и на Нюксе играет у нас Seven Magic. По-моему, так. Ну, тем временем у нас будет сейчас стычечка в лесу команды Radiant. Как видим, заходят у нас ньюби, очень уверенно заходят. Ну и Тайдхантер начинает впитывать. Тут же хороший импейл, попадает в Нюкса. Большие проблемы у Нигмы, Нигмы, субдэмэдж. Ну что ж, минус у нас Никс. Также Тайдхантер умирает, Лича проблемы, Лич тоже погибает. Разминится на Вайпера, Хау бежит, бежит, умирает тоже. Ну и в итоге что у нас получается? 3 в 2, еще у нас и Разора поймали. Разор получает очень много дэмэджа, ну и Разор тоже, наверное, отправится в Тайер. Да, это 4-2. 4-2, отличная игра вот команды SBVN. Никто не растерялась, получила. Положила, точнее, Midnight Pulse, под которым вся драка и происходила. И, конечно же, очень много дэмэджа нанес тут самый Midnight Pulse. Ну и Ньюби, Саншенк играет у нас на Shadow Shaman. Боже, что это такое? Становились на руне. Ну и Саншенк идет в леса. Идет нарезать леса, тут же Лич подходит, и могут быть проблемы у Shadow Shaman. Да, есть Кристалл Нова. Тут Хауль пошел. Ой-ой-ой-ой-ой. Лич. Догонит, по-моему. Нет, Лич отпивается. Тут же цемочки. Дальше проблема начинается. Еще таки Midnight Pulse. Цемочка, но выдает под себя. Ну и что же, Саншенк до конца идет за Энигмой. Остается 8 хп у Энигмы. И, по-моему, она уходит. Да, уходит Энигма. Тут же у нас Рабит гонится за Блюканом. Ну все, нет, отъедаются ребята и уходят отсюда. Ну, очень много экшена уже дарят нам ребята с первых минут. Кстати говоря, Rabbit играет на Tidehunter, Банан играет у нас на Личе, сверху у нас Хау играет на Эмбер Спирите против Никса. Ну и на Middle Lane, как видим, у нас Разор, как я и думал, против Вайпера. Так, 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 Саншек отправляется наверх. Ну и оставляет у нас Rabbit'а. Рэббита одного на ботами. В принципе, как и, наверное, и планировалось. Тем временем Банан расставляет тварды до Энигмы. Ну а Энигма, Энигма уже идет. Так, ну 4-3. 4-3. Очень прикольно начали у нас ребята. Ничего не скажешь. Так, так, так. Ну, у Нигмы остается сколько? Один спаун. Два спауна пока что. Поэтому нужно сейчас притащить какие-то центричные ларды. Чтобы раздевардить это все дело. Так. Что у нас тут по такому интересному? Ну, Люкан. Видим, все скачал пока что на единичке. Ну, посмотрим, что будет дальше. Будет ли это через Хавлюти или через Валку будет у нас Люкан идти. Очень интересно на это посмотреть. Ну, вот Энигма пишет у нас гоу. Это уже отлично. Разор уже имеет бутылочку. Тут же через Soul Ring. Это что такое? Это, по-моему, Soul Ring от Enigma. Должен быть, да. Тут же у нас через сапог пошел Вайпер. Ну, в принципе, может быть.
Так, так, так. Так, Лич, с дабл дэмэдж, заходит, получает колбу. Большие проблемы у бананы. Банана, минус банана. И что это вообще такой за фит, мне интересно, от Лича? Как бы выходил, не знаю, на что он рассчитывал. Ну да, был дабл дэмэдж. Наверное, фростбласт хотел повесить и запинать того самого ликана, но такого, как видим, не произошло. Возвращается обратно Лич. И что же? Нет, не будет агрессировать. Что же аккуратно, мне кажется, нужно играть сейчас с командой Ньюби. Так, с Энигма. Дальше в лесах находится. Ну и будет, наверное, выходить. Будет выходить. Ну и ребята будут пытаться опять же сделать какой-то фраг. Но опять же видят. Видят все передвижения у нас ребят с команды Ньюби. Тем временем у нас низ погибает сверху. Там Саншен тоже ушел на лоу хп. 20 хп остается у него. Что у нас тем временем на мидл лейне. А в принципе ничего такого интересного и нету. Тут же видим выход все-таки на Рэббита. Рэббит получает очень много дэмэджа. Тут же фростбласт, тут бананы. Ну и вроде бы как Рэббит должен уходить отсюда. Есть ученция. 50 хп остается. Еще волки идут просто до конца. Но все-таки нет, не добили. Не добили. Еще можно на развороте сейчас. Банана идет. Ну, все очень битые отсюда ушли. Твайца сальва в Маслюкан. Ну и Кристал Мейден, мне кажется, сейчас должна улететь. Да, Топау делает отсюда. Ну и Нигма обратно возвращается у нас в леса. Тем временем у нас тут Хао очень агрессивно играет. Видим, зашел он за тауэр. Пивается сальвой. Ну и будет, наверное, сейчас пытаться Ньюби все-таки забрать тут Т1. Тут же на подходе у нас Саншенки есть. Уже подходит, но нет, все-таки. Третий левел. Это не то, мне кажется. Пошел, кстати, Клинк. Ну и 42 в дэмэджа высосал у нас Разор. Очень даже неплохо. Ну, через волков пошел у нас Люкан все-таки, да, третьи волки, как видим, идут. Denied. Так, ну и подходит Энигма сюда. Опять же, Вижен был. Поэтому вряд ли то что-то интересное получится. Хотя можно было бы, конечно же, попробовать как-то продамажить, опять же, Рабита. Пока нет у него шестого того самого левела. Ну, видим, шестой уже на подходе, поэтому скоро появится ревейдж. Ну и очень отлично будет смотреться Ньюби, заходящий под этот ревейдж. Как видим, сам очень плотных героев пока что нету у команды Radiant. Поэтому Ravage будет, конечно же, очень больно залетать. Очень-очень больно. Так, ну, прозор. Опять же, Static Link. Высасывает дэмэдж. Ну, таким вот образом. Как видим, доминирует пока что на линии. Так, Сникс. Имеется виньета. Возможно, сейчас будет какой-то заход под нее. Мне кажется, нужно куда-то лететь, куда-то вниз. Где можно будет попробовать Тайдхантера как-то убить. Как-то попробовать спануть. Потому что стоять под тавером ему как-то не очень, мне кажется, комфортно. Так, что у Нигмы? Так, есть сапог, есть Soul Ring, дальше фармит в лесах. Все спауны уже открыты, тем временем у нас Прозор убивают. Да, на мидл-лейне все-таки Никс у нас вышел по своей линии под виндетой. Ну и вот.
Так надо теперь ПКД делать на Сниксу. Возможно, опять отправиться куда-то на мидл, возможно, на боту можно будет забрать на Снайдхантер. Очень было бы, кстати, это сделать. Именно сейчас. Так, ну, Разол прилетает обратно на линию. Седьмой левел имеет, как видим, через плазмофилд и через статик линк идет. Нет еще ультимейта у него. Ну и посмотрим, что будет собирать у нас Разор. Будет ли это какой-то БКБ или же через Ваганим Септер сразу же пойдет он. Как это любят делать. Так, проблема у Рэббита. Получил Малифайс, на развороте она пойдет. Да, есть тут у нас Хао. Ну и, возможно, сейчас хорошо подерутся тут ребята. Можно было бы, конечно, попробовать. Хао с Энигмой. Ну и Амбер Спирит отправляется у нас на middle lane. Тут же у нас Никс в Виндете. Проходит Виндета. Ну и Хао стоит пока что, ждет. Пока что-то интересное у нас произойдет. Так, Хао. Проходит у нас Никса. Привязал. Ну тут, конечно, очень-очень больно. Сейчас, наверное, Хао будет или нет. Нет. Живет. Возвращается на Ремнанте. Наряжает Нуксау. Ой-ой-ой. Никс, наверное, погибает здесь. Да точно, да. Кристал Мэйден еще можно забрать, попробовать. Хотя нет. Приходит сюда Энигма. Ну и проблемы сейчас начинаются у Хао. Идет все-таки до конца. Кристал Мэйден. Но Кристал Мэйден погибает. 2 в 1. 2-1 разменивается у нас. Спирит до конца сыграл. Все-таки выжил максимум. Сланчанг получил у нас 6 левел. Имеются варды. Видим, разбивает тавер. Ну и вроде бы как должен разбивать до конца тавер. 170 хп остается. Да, ну и первый тавер у нас падает в игре. Тут у Разора проблемы. Неплохо так вайпер настрелял, как видим. И отправляется наверх, видит руну, дабл дэмэдж. Сейчас заберет, отопьется и, возможно, сейчас как-то будет агрессивно действовать на мидл-лейне. Ну, идем, 10-я минута. По капстату первое место занимает у нас Хау. На Эмбер Спирите. Далее идет у нас Разор на мидл лейне. Ну и третье место занимает у нас Люкан, который настает на ботами. Ну, тревейдж от Рэббита. Ну и как-то очень много всего, мне кажется, потратили от этого Люкана на ботами. Ну, как видим, все-таки забрали его. Это, мне кажется, главное. Ну и сразу же видим стяжечку вот команды Ньюби вниз. Ну и тут вроде бы должны забирать сейчас эти. Да, Рапид с крипами воюет. Проблемы тем временем Разора. Разор не ждает стики, живет пока что до сих пор. ПП остается, но все-таки выживает. Да, минус у нас вайпер. Хао забирает его. Тем временем тут у нас Кристал Мэн подходит. Гаш, Хекс. Ну и это минус Кристал Мэйден, да точно. Да, летает сюда еще Никс. Никс. Хороший импейл по одному Рэббиту. И Рэббиту проблемы. Очень больно его нарезает тауэр, но все-таки на приятный час его, да. Ну и Никс Виндетту ушел, но, как видим, это уже спасло. 10-7. 10-7. Отличная игра от команды Ньюби. Очень большое преимущество они набрали после проигранного начала. Я бы сказал, это так бы. Тем временем у нас форму взяет Люкан, до конца она пойдет или нет? Нет. Отправляет волков. Ну и на лоу хп уходит отсюда Валич. Так, Эмбер Спирит. Имеет уже драмы, имеет фейзы. Парманшел также имеет. Вайпер. Фейзы, Аквила и Хедреска. Тем временем у нас не развлекается. Где-то Нигму насасывает. Кстати, клинком дэмэдж. Ну и это минус, наверное, Энигма. Нет. Отлично. Игра от Кристал Мэйден заморозила она. Колбай, ну, ультимейт. Минус Кристал Мэйден.
Ну и хау, тут под хостой просто носится. И, возможно, сейчас и убежит, кстати говоря. Да, никто за ним не гонится особо так. А то мы без проблем. Найтхантер, Миказм уже имеет, также имеет он арканы, возможно, сейчас на Блиндагер будет копить у нас Рэббит. Банана. Юзает смок, имеется у меня Транквил и Саншенг. Арканы, просветочка имеется для Никса. Ну и что же, выход. Выход команды Ньюби на миддл-лейн. Ну и сразу же тут разменялись стартами, как видим. Минус у нас Crystal Maiden, отличный ревейт попадает на одной Нигме. Ну и можно, наверное, цепануть. Нет, не хотят цепануть у нас Вайпера. Хотя можно было бы, конечно, до конца пойти. Под Т2. Ну и попробовать забрать еще одного героя. Так, ну что ж, падает последний Т1 тавр команды SBWN. Ну и что у нас тут по графикам на 15-й минуте? Около 7000 где-то так находится у нас график за командой Ньюби по голде. Ну и по XP возле шестерочки, по-моему, так находится этот график. Так, Гашек. Далю Кана. Ну или Кана будет догонять. Да, из-за этого у нас барабаны. Ну и никуда отсюда не уйдет. Отлично, столько у нас Рэббит еще. Тут Никс приходит, отличный ПЛ по двоим, ну ему большие проблемы, погибает, также Рэббита спанули очень сильно, тут же Банана пускает Фростбласт, Фростчейн точнее, ну и разбегается, разбегается ребята. Так, ну тут смог. Смог от Люкана, заходит он на Рошана, имеется Владмерс, имеется медалька, поэтому Рошан тут точно упадет. Вопрос в том, ли прочекают тут ребят с команды Ньюби, да, идет сюда Санчэнг, видит это все дело, Сплинтагер вот сюда упрыгивает. Ее еще забашили у нас Люкана. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Есть Фростбласт, пролетает у нас Хао. Вот так разобрались у нас с Люканом без помощи Амбраспирита. Так, ну и заходит на Рошана сами у нас Ньюби. Тем временем тут у нас Волк все это дело видит, конечно же. Ну и никак не будет врываться у нас. Амбраспирит подбирает у нас Аегис. Ну еще и гем покупает себе лич. Да. Ну и Энигма, 8-й левел. Миказм уже летит к ней, вроде бы как. Да, Миказм летит. Конечно же, по айтемам все очень, конечно же, печально. Команда SBLN. Практически ничего и не имеется такого. Ну, Хау тем временем у нас имеет Персеверанс, имеет Клеймор. Фармит он на Бродсворд. Что тут у Тайтхантера? Ничего нового нет. Нет, Блинкдагер появляется. Появляется Блинк. Конечно же, сейчас очень все будет. Больно. Команда СБВ. Так, ну и по боту мы решают пойти у нас в Ньюби. Именно на Т2 здесь будут заходить они. Ну и вроде бы как не будут дефать у нас Радианты. Ну, тем временем, если это один сверху, меняют на Т2. Да, минус Т2, иду дальше на Т3, на ХГ. Тем временем у нас Люкан сверху находится. Нет у него телепорта. Ну и ставятся у нас мечки. Что-то шамана.
Ну и Рэббит ждет. Рэббит ждет, пока врываться. Будет на ХГ, Рэббит. Спанули у нас вайпера, вайпер. Мистер Вейдж. Рэббита. Еще две никсы спанули. Минус 2 уже есть. Батак сразу же делается от вайпера. Затем начинается у них сайт. Никсы ПЛ по двоим подает. Минус на Фитл Мейден. Сразу же 3 байбека. Ну и пока что держится. Держится, ребята, из команды СВВ. Тем временем у нас Люкан подошел к Т3. Ну и что ж, тут вайпер прилетает, убивает Разора. Также минус Саншен, Банана, делает тэп-аут. Тэп-аут, Эдико, убивает Блэк Холл. Да, конечно, все очень жестко. Ну и тем временем у нас Люкан сгрызает, должен сгрызать Т3. Тут же есть телепорт. Вот Хао. Ну и Зайца Форма, пинается вышечка. Ну и ой-ой-ой-ой-ой. Проблемы тут у Хао, конечно же, очень большие. Включает Флейм Гвард. Разбирается с крипами так только. Так, Ликан, что себя несет? Несет себе первый некра. Первый некра. Что тут у нас? Тут у нас Грыкла появился у вайпера. Ну и должны сейчас, наверное, все-таки забирать этот Т1. Ребята. Прыгает у нас Тайтхантов, начинает нарезать у нас Люкана, тут же статик лимит на Люкана. Приходит у нас вайпер, вайпер страйк дает у нас Рэббита. Рэббит пока что живет. Ну, минус у нас Люкан, еще, наверное, за Рэббитом пойдут или нет. Нет, никто не пойдет за Рэббитом. Могли бы, конечно, забрать Тайтхантера, если бы тут вайпер все-таки до конца сыграл. Но что-то все находятся у нас по боту, будут то, что просто делает. Так, тем временем на Т2 заходят тут ребята. Опять же, дефать ребята с команды СБВ не будут. Опять же, отдают Т2 Тауэр. Ну и в этот раз отходят ребята с команды Ньюби. Ультимейтов у них нету. Поэтому... с появлением ультимейта, возможно, и отправится. На следующий Т2, на последний Т2. Ну и будет, наверное, заканчивать после этого. А, еще и Рошан, конечно же, ожидает нас. Как же без этого? Персеверанс покупается у нас Тайтхантер. Пойдет через Рефрешер. 3300 у Эмбер Спирита. Банана. Урна, что ли, появилась у него? Что очень мало у него всего. Ну и Разор. После драмов собирает себе у нас Аганим Септер. Если он не летит к нему. По-моему, уже летит к нему. Да, Аганим. Ну и с Аганимом, конечно же, наваливать у него очень сильно будет. Ужасно сильно. Так, мы видим перетяжечку от команды Ньюби на ботом. Тут же что мы наблюдаем? Сверху у нас Люкан находится, есть телепорт у него в этот раз. Вайпер. Пока что ничего нету, опять же. То, что было, то и есть. Энигма, видимо, Угрклаб прикупила себе. Ну и на пустые бараки заходит у нас команда Ньюби. Связали у нас Энигму. Тайтхантер что-то не захотел прыгать. Найгис пропадает через 3 секунды. Спанули опять у нас вайпера. Вайпер. Вайпера-то нету байбека, можно до конца идти. Да, Саншенг вяжет у нас Никса. И тут же Блэк Холл отлично залетает под 4. Вот Энигмы, сразу же минус Энигма. Минус вайпер. Никс уходит у нас Виндету. Но минус один барак есть. Минус один барак есть. И временем телепорт сделал у нас Му. Разбирается с крипами здесь. Который подпушил у нас Люкан. Ну и минус ботом у команды СБВН. Дальше приходит на middle lane. Ну и потихонечку нарезают, понятное дело. Так, ну тут вторые некра у Люкана. Мне кажется, вряд ли они поможет ему. Если бы, конечно же, играл с командой, было бы очень-очень бы
Отлично бы. А так, что он сделал? Подпушился у лишь Лидию, а там все у него закончилось. Так, тем временем там у Нюкса появляется у нас Блинкдагер, также Сэншенга появляется у нас Аганим Септер. Так, ну и Ньюби. Ньюби, Ньюби, Ньюби. Наверное, на Рошан отправляется. Как и противоположная команда. Вроде бы имеется тайминг или нет. Так, поймали у нас Рэббита. Рэббит нету Релейджа. Не знаю, что тут делает. Еще прыгает у нас тут Пимпел, дает Никс. Ну что же, Хао пошел. Саншенг цепанул у нас Вайпера. Связали у нас Ликана. Ой-ой-ой-ой, сколько же дэмэджа отлетает команде СБВН. Видим, это по хелсбарам. Минус у нас Вайпер. Ну и дальше, наверное, никто не пойдет. Да, нету Блэкхола. Я не вижу смысла вообще что-то делать, ребята. Нужно бежать просто-напросто. Тоже минус 3. Команда Ньюби. Ну и станы улетают. Так, ну вот Т3 падает. Дальше, понятное дело, бараки у нас. Ну, минус мидл, как видим, никто не хочет. Только появились, наконец-то, у нас ребята тут. Никс копает одного у нас лича, тут же отличный ревейдж ждает Хантера. Ну и минус у нас Никс летает. Чейнфрост. Конечно же минус 3 уже, минус 4 точнее, минус 5. Ну, ГГ пишут ребята с команды СБВН. Ну, изи каточка, в принципе, как и вчера мы такие каточки и наблюдали. То есть особо ничего такого и у нас не произошло. Конечно же, отличное начало от двух команд. Подарили одни достаточно много экшена в начале, ну а потом просто-напросто это перешло в спокойную тихую доту с забиранием вышек и проигрышем одной из команд.